Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Замерзшая 2010 года. Не всматривайтесь в бездну, иначе бездна начнет всматриваться в вас. Три молодых человека, сноубордисты и лыжник, и даже не подозревали, как это может быть в реальности, и какой чудовищный кошмар ожидает их. Они застревают на подъемнике, и веселый вечер в заснеженных зимних горах превращается в ад. Жуткий холод и обжигающий ветер несут гибель несчастным, оказавшимся в ловушке на огромной высоте. Время работает против них, никто не придет на помощь. Ведь горнолыжный курорт закрыт на несколько дней. Остается одно – спасаться самим. Но чтобы спастись, нужно победить ужас этой ночи. Весь ужас. Погребенный заживо. Герой фильма «Полк», находящийся в Ираке по контракту, во время засады теряет сознание и спустя время приходит в себя в странном, тесном, темном месте. Нетрудно догадаться, что, воспользовавшись зажигалкой, Пол обнаруживает себя похороненным в гробу. Ему предстоит пережить много страшных, психологически тяжелых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь в попытках выбраться из неожиданной ловушки. Паранойя 2007 года. До автокатастрофы, в которой погиб его отец, жизнь Кейла и его семьи была пригородным раем. Счастливая семья, живущая в прекрасном двухэтажном доме на лоне природы. Однако после гибели отца жизнь изменилась. Да еще когда один из школьных учителей Кейла позволил себе бестактную шутку по поводу отца, Кейл ответит ему так, что окажется в суде. Забирая жизни. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!